Страна простилась с Юрой Шатуновым, мальчиком-загадкой из оренбургского детдома. Астрологи заглянули в натальную карту Юры и увидели, какую тайну скрывал певец. Шатунов очень не любил рассказывать о своем детстве. Говорил, что его толком не было. Смерть мамы, чужие семьи, побеги из детдома, а потом внезапная слава в 14 лет. Но известность не принесла счастья. По мнению астрологов, в детстве Юра пережил что-то очень страшное, вроде серьезного насилия. Благодаря легкому характеру смог все забыть и пережить боль. Больше того, тяжелая судьба подсознательно притягивала поклонниц. Однако травмы из детства не проходят просто так. По словам астрологов, для Шатунова суд с Разиным был огромным стрессом, который мог запустить механизм самоуничтожения и обернуться обширным инфарктом. В карте Юры видна возможность внезапной смерти. Можно ли было обмануть судьбу? Ответа, увы, нет.